Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас их видеть, лайки, подписочки, колокольчики, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем, и не забываем про телеграм-бот, который находится по ссылочке в описании для обмена крипты. Бот объединяет покупателей и продавцов P2P, если вас ликвиднуло и нужны жетоны для торговли на Binance, добро пожаловать в жетон-бот. Итак, биткоин, good morning Vietnam, 19 сентября, да, получили памп. Выход из зоны, в принципе, вот когда там 13-го что ли писал, что выход будет, солды, ну то есть на битме, короче, по BitMEX снайперу, бот, который показывает ликвиды, впервые за очень долгое время появились крупные продажи, прям по рынку, по 25 тысяч, то есть это по 2 миллиона по цене 25 тысяч, явно с этой зоны должен быть отскок, как это было на 17 тысячах, не знаю, сейчас откроется график, не откроется. В общем, там тоже были вот здесь вот, сейчас покажу, вот здесь вот продажи, вот такие солды. Потом цена отклонилась, на сколько там, процентов, наверное, на 5, ну да, 6%. И все равно с этой полки мы вышли вверх. То же самое случилось сейчас. Эти солды были, в принципе, вот здесь вот, когда я написал об этом в телеграм-канале, кстати, тоже подписывайтесь по ссылочке в описании, вот здесь эти солды были, мы провалились, сделали сколько тут, ну вообще даже меньше, 3% упали, и потом с этой полки аккуратно выходим вверх. Я думаю, что вот это вот коррекционное движение, это просто лайтовая штука, такая же у нас была тема на вот здесь вот на выходе, то есть образовали локальное дно, и вот такая же вот штука была с свеча Илона Маска, тогда Илон Маск запампил на Dogecoin, 21 год, январь, как сейчас помню, короче, у меня двухфакторная аутентификация стоит на бирже, я, короче, телефон дома забыл, я просто по графику видел эту пампуху, я бежал со всех ног домой, чтобы закрывать позиции на макушке, то есть вот это вот все Илон Маск пампил, вот я успел добежать, где-то вот здесь вот закрылся, ну просто... прям как сегодня помню это все. Там про Dogecoin, он там значок биткоина к себе в твиттер добавил. Ну, короче, прикольно. Закрыл я там почти все свои шорты, чуть-чуть оставил. Лонг. То есть у меня получилось там откупить, на лонге меня прокатили, бежал на дом и снял лонг, и потом мы получили, короче, корректос очень сильный. Ну, и в общем и в целом это все равно потом через долгий-долгий-долгий флэт пришли к пампу. Я думаю, что идентичная картина у нас сейчас тоже будет. Поэтому я не жду пока корректос текущих, хочу набрать шорт намного-намного выше. То есть, как минимум, мне на этой полке где-то, ну, 28 800, 29 200. Опять же, надо смотреть по крупным ликвидам, потому что эти цифры пока ни о чем нам не говорят. Единственное, что я вам показывал вчера еще, в вчерашнем обзоре, это вот этот вот уровень ликвидности. Точнее, отсутствие вот здесь вот дырка у нас. Вот я думаю, что по этой дырке будут бить 28 800. Вот. Ну, в принципе, тут же у нас эпок, да, 29300. А, лимитки, в принципе, сейчас посмотрим. А, ну как раз вот у плотных лимиток по 460 битков остановились. Ну, снизу вроде как сильно ничего не подпирает. Ну, опять же, тут может идентичная картина быть с выпадением, но опять же, по два раза не выпадает, поэтому сложно сказать, надо дождаться третьего зажима. То есть, если будет вот такой вот третий зажим, надо смотреть фибу растягивать, была ли у нас кульминация, если не было, то сначала удар вверх, потом вниз, тут какой-то получаем долгий диапазон. Ну, в общем, в целом, ну,
Говорю, цель у нас выше хая прыгнуть. Думаю, что это будет после выбора. Ну, как раз, кстати, когда у нас там выбор-то, я уж не помню. Скорее всего, на этих выборах и будет вынос вниз. Такс. Давайте почитаем комментарии. Ну, по поводу углов. Есть фикс горизонтальной линии, вертикальной. Из них делается фикс прямоугольник, который тянутся за графиком. Такой инструмент, как короткая позиция, длинная позиция или же линейка, показывают пропорции частей прямоугольников. Они тоже фиксы двигаются за графиком. Короче, так хочу сказать, что с точки зрения геометрии угол можно выразить другие. Короче, смотри, я понял, про что ты говоришь. Суть остается та же. Ну, я тебя понял. В том плане, что ты предлагаешь через горизонтальные линии там выставить, например, здесь начало, здесь, ну, условно, конец движения, потом эти вертикальные линии добавить, чтобы угол узнать, да, получается, у нас тут равные углы, и, например, здесь, тут все упирается в гипотенузу. То есть, опять же, угол тренда, вот, например, вот так вот, да, гипотенуза. Да, тут хорошо просчитываются углы, но ты вот так делаешь, у тебя гипотенуза отваливается. Ты угол-то прочертишь, но вот так делаешь, угол от гипотенуза отвалится, катит, катит, гипотенуза катит и остаются на месте, да, ты тут угол четкий промеришь. И я не знаю, может, ты что-то имеешь другое в виду, но вот это вот так не работает. Так, а где лимитки смотришь? Моба-чарт. Чё-то напрягать начинаешь, что на многих каналах встречается такой же план, как у тебя, 29К, макс разворот. Ну, не знаю, я не вижу пока ни у кого. Спасибо за труд. На себе 500, 3 касания в 4 часах. Не вижу. А, ну если так. Раз, два, три. Ну да, по идее. Да-да-да. По идее-то да. Кульминация у нас была. Ну да, согласен. После какой-то коррекции, возможно, даже вот после формального закрытия гэпа, вот куда-то сюда, возможно, есть такой резончик. Прогноз 18 сентября, посмотри, перевернутые авы, там зажим на 3 коса. Я уже это разбирал на стриме, смотри, откуда он хорош, что думаешь по нему. Я это разбирал на стриме, можешь посмотреть. Вот смотреть на большем таймфрейме. А чё нельзя просто сказать, что я балбес и ничего не работает из того, что я... О чём всегда вещаю? Да, согласен, не работает. Не работает шорт, который взят от 31200, не работает лонг, который у меня сейчас висит. Не работает тот же шорт по 29590, который я заранее говорил, почти неделю он набирался. Не работают вообще шорты, которые уже там, сколько я уже, второй год шарчу с 45 тысяч, начиная биткоин. Ничего не работает, полный балбес, поэтому я тебя освобожу от этой ненужной, бесполезной информации. До новых встреч. Что там по NVIDIA? Коробка отменяется? Да нет, я думаю, что... Как раз таки коробка здесь работает, просто отработка может очень долго быть, потому что это фонда, это дневной график, это недельные отработки. И на мелких я тут глянул, в принципе, так как перелоя не было на 403, по идее тут тот же самый зажим, раз касание, два касания, три касания. Сейчас должен быть какой-то отбой, судя по тому, что кульминация была, он может вообще быть небольшой и как бы вниз. Привет, если смотреть глобальную теорию твоего зажима, мы ждем 28-629-200, но вопрос, где кульминация, если бы это второе касание, по идее, должна быть кульминация после третьего, или я не прав? Я не жду большого зажима, потому что здесь был перелой, и по идее, нужно еще третье касание, то есть куда-то сюда третье касание надо. А после третьего касания будет еще какой-то минимальный отбой, и в итоге, ну, потом только валиться будем. Это причем ко всем графикам. Потому что изначально, вот когда вот этого вот не было, вот этой формы, да, можно было говорить, и на евро был раз касание, два касания, три касания, отбой, это все, и четвертый уже пробой. Но случился вот этот вот перелой. По идее, уже строить нельзя. Поэтому раз касание, два касания, и надо ждать третье. Без третьего не строим зажим. Также по всем графикам, в том числе и по CME, в том числе... Кстати, к рублю что там? Ну, к рублю то же самое, идентичное, да? Ну и, в принципе, по всем остальным то же самое. Перелой был, а значит, надо ждать третьего касания. Что потом думаешь? Тоже говорил много раз. Локально куда летит, не подскажу. Посмотри гривну к USDT. Давай посмотрим. USDT. Да, правильно я написал. Ну, пока все в рамках фрактала. Так, секундочку. Все в рамках фрактала.
Разгон. Ну, то же самое, как и на Рубасе. Какая-то кульминация с перехаем. Я думаю, что на всех второстепенных монетах, как, ну, к доллару я имею в виду, рубль, гривна, остальные белорусские зайчики, иены, евро, короче, все ждет. Ну, а ладно, я вот только вот за гривну, за рубль буду говорить, что все ждет какого-то явного перехая. После этого будет форма какая-то вот здесь вот вырисовываться. Ну, пока все по плану. Когда я последний раз, наверное, обзор делал, где-то июнь-июль, летом, да, в принципе, все в рамках данного прогноза. Твердо и четко, это же наебка чистейшей воды была. Ты про 9К с таким же смыслом? Не наебка, а неверное ожидание. Борис Николаевич сделал все, что мог. Вот и я сделаю все, чтобы было 9000. Твердо и четко. Да нет, я жду примерно 10. Но опять же, блин, я не знаю, вот какие-то принципиальные вопросы, я так понял, для трейдеров угадать. Ну угадал я, ну угадал, ребята. Мне вообще пофигу, угадаю я, не угадаю. Мне самое главное, чтобы счет рос. Но аргументы, которые я уже второй год говорю, я их снова перебирать не буду. Отвечаю всем популярно. Да, я считаю, что биткоин может упасть ниже 9000. Точнее, 9000 и ниже. Все. Это база. Закрывать шорты, открывать лонги. Да, наверное, оговорился. Не знаю, надо, короче, пересмотреть. Но суть в том, что я хочу закрывать лонги и открывать шорты. Блин. И открывать шорты на дальнейшем росте. Напомню, у нас десятки где-то по 28600 висят. Ну, короче, вот здесь вот над хаем. Вот сюда я жду битси. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, нажал, прожал. Спасибо. Что, где, когда? Когда задушил толстую кобру? Короче, тролльбассеры, да, подъехали? До новых встреч, да прибудет с вами прибыль. Ссылочки на телеграм-канал, который надо подписаться, и жетон бот, в котором можно покупать криптовалюту, будут в описании. Пока-пока. Да прибудет с вами прибыль.